Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Сергей Илюха. Вы являетесь организатором и модератором, и спикером. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам буквально несколько минут. Мы понимаем, что сессия вот буквально закончилась, скоро новая начнется, поэтому хотелось бы сразу ваше мнение, как все происходит, какая тема. Ну, во-первых, спасибо «Неделе ритейла» за то, что уже четвертый раз дает нам площадку для проведения нашей конференции. Конференция «Категорийный менеджмент. Лучшие практики». То есть мы собираем вот, ну, признанных экспертов в категорийном менеджменте. Я считаю, что основной критерий – это если специалист написал книгу, которая хорошо продается. И у нас только такие спикеры. То есть с опытом, с практикой, с книгами очень известные. Сейчас выступала Ольга Савушкина. Вторая сессия начнется буквально через 10 минут. Будет выступать онлайн Гульфира Крок и Екатерина Богачева. Третья сессия будет выступать о ценообразовании мы с Александром Шубиным. И четвертая сессия будет посвящена автоматизации. Там, в общем-то, на кейсах, на примерах, как сделать так, чтобы категорийные менеджеры работали а. правильно, б. быстро, в. эффективно. Ну вот на сегодня в зале «Байкал» у нас было на первой сессии зал был битком и люди стояли. Плюс идет онлайн-трансляция. Ссылки на трансляцию можно найти на сайте «Неделя ритейла». Пишите, присоединяйтесь, заходите. Хочется тут же расспросить о теме вашего выступления, узнать все цифры, какие-то интересные моменты. Но я так понимаю, все же оставим это в тайне. Приходите, друзья, будет интересно. Спасибо большое, Сергей. Спасибо.